Добрый день, коллеги. Мы встретились для того, чтобы говорить о текущей экономической ситуации, имея в виду, что с крупнейшими компаниями, которые поставляют товары по экспорту, в значительной степени эта ситуация не связана. Прежде всего, о состоянии нашего валютного рынка. Ну, не первый случай, конечно, когда мы сталкиваемся с резкими колебаниями валют. У нас есть опыт антикризисных решений. Вчера было проведено мною совещание по финансово-экономической ситуации. Планируем принять целый ряд обязательных решений, включая увеличение валютного рефинансирования банков, обеспечение баланса спроса и предложения валюты через увеличение предоставления валютной ликвидности в случае необходимости. Тем не менее, все признают, что рубль сегодня недооценен. Его курс оторвался от фундаментальных показателей, не отражает состояние дел в экономике. Конечно, мы сталкиваемся с проблемами и вызовами, которые связаны с двумя основными факторами, всем хорошо известными факторами, которые не зависят от нашей страны. Это затяжное падение цен на нефть и целый ряд других сырьевых товаров и негативное внешнеполитическое влияние. Я имею в виду санкции. Прежние финансовые рынки для наших банков и наших компаний практически закрыты. Конечно, рубль на это не может не реагировать. Однако цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, они не соответствуют объективной картине и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона. Эмоции здесь свое дело также сделали. В наших общих интересах как можно быстрее навести порядок на валютном рынке. Никому, ни нашим гражданам, ни банкам, ни реальному сектору не нужна такая нестабильность. Но в то же время нет смысла вводить и предельно жесткое регулирование этой сферы, которое было в определенный период. Оно ни к чему полезному не ведет. Исходим из того, что наши будущие действия должны быть основаны на рыночных механизмах. Центробанк вместе с правительством разработал пакет мер для стабилизации ситуации. Будем действовать здесь согласованно. То, что мы сегодня видим, в основном это игра на эмоциях. Понятно, что отдельным компаниям нужно делать платежи по зарубежному долгу, каким-то компаниям приобретать оборудование за границей. И в таких условиях опасения насчет покупки валюты, они, в общем, понятны. Но в то же время мы должны исходить из того, что приобретение валюты в текущей ситуации – это приобретение зачастую по невыгодному курсу. Что я хотел бы еще сказать в начале нашего совещания. Коллеги, значит, все экономические и производственные цели, которые вы перед собой ставите, для их достижения валютные ресурсы в нашей стране есть. Вы это знаете. Есть и необходимые рыночные инструменты для того, чтобы обеспечить соответствующий спрос. Сегодня мы обсудим, как вместе с вами действовать в этой ситуации наиболее эффективно. По результатам я подпишу необходимые решения.